Всем привет, дорогие друзья, с вами снова это NatoSpace. И у нас вновь рубрика посылочки. В этот раз у нас посылочка очень интересная. Я давно хотел взять этот набор, так как мне именно этого набора не хватало до полной коллекции LEGO UFO от System. Легосовских наборов, которым уже 21 год. И мне наконец-то приехала посылочка. Я думал сперва брать его из Америки, но потом увидел, что он у нас есть. Один чувак продавал его, я решил сразу же не медлите брать, потому что, черт возьми, это оставшийся набор до полной коллекции. Поэтому те, кто старые фанаты Лего, думаю, знают уже о каком наборе идет речь. Но я, в принципе, в названии напишу, поэтому я думаю, вы уже все знаете. Набор здесь очень интересен. Чем он интересен? Тем, что он приехал ко мне с коробочкой, с инструкциями. В общем, со всем, чем только можно. Там все должно быть. Так что посмотрим. Он так запакован. Вот действительно, вот распакован набор, которому фактически уже лет больше, чем мне. Намного причем. Что интересно. Поэтому все же наборы от UFO у меня без коробок, но с инструкциями. Хотя даже не все из них с инструкциями. А здесь прям и с коробкой, и с инструкциями, и со всем-всем-всем. Тан-дарадан! Итак, перед вами набор, которому 21 год. LEGO System! Это у нас Interstellar Starfighter. Знаете, я сейчас начну думать, что это мой самый вообще самый классный набор из LEGO, который у меня когда-либо был. Так, он тут у нас заклеен. Чувак, я не знаю, зачем он заклеил, честно говоря. Потому что... Хотя ладно, мы сейчас так открепим, а потом скотчем буду аккуратно отлеплять, чтобы коробочка была как в первозданном виде. Так, тут он тоже заклеил. Вот, открываем. И здесь как раз-таки показаны функции. Он даже дал... Это такой каталог был. Обалдеть, ребята, на это мы с вами посмотрим. Это он мне в подарок положил. Этому каталогу, чтобы вы понимали, 21 год. Вот этому, вот этой вещице. Вот такие были лего-каталоги когда-то. Ребята, на это будет отдельный обзор. Даже вот ЕУ. То есть для Европы он был создан... 97-й год, народ. Офигеть. Инструкции. Одна инструкция. Дальше все в такой вот фигне. Давайте ее достанем. Она нам не нужна вообще. Это все я, конечно, сохраню, потому что, черт возьми. Вот смотрите, сколько тут этого всего. И тут, как я понимаю, все детали. Давайте я вам их покажу. А то что же мы распаковали, а детали не показали. Он молодец. Этот чувак реально красавчик. Он его всего разобрал. Здесь вот такие детали большие, видите, посмотрите, какие принты. Вот раньше Лего не скупилась. Посмотрите, и сделана она так, будто бы она только что была отлита. Далее идем. Тут, я надеюсь, фигурки. Потому что фигурки это самая зачетная вообще вещь из Лего UFO. Я их всегда обожал. Еще когда мне было 9 лет, я смотрел обзоры американцев, делавших обзоры на эти как раз таки наборы. Здесь, по-моему, мелкие детали и фигурки. Давайте глянем. Это черные пакеты мистики, понимаете? В них ничего не видно. Да, это они! Здесь, ага, это все, это понятно. Это мыть нельзя, потому что это, видите, они специальные блоки, там внутри металл и специальные прожекторы. И вот эту вот деталь я таких раньше вообще не видел. И вот эти вот коннекторы, вы можете видеть, это все будет светиться. Также здесь магниты есть. И вот, да, эти персонажи также здесь. И у этого чувака правильное лицо, слава богу, у меня такой был, только с неправильным. Так, ребята, это значит, все у нас механизированное, поэтому это нам понадобятся очень важные вещи. Так, хорошо. И два оставшихся пакетика. Ой, черт. Из этого все выпадает. И этот чувак очень любит скотч. Давайте их тоже распакуем. Благо, пакетики эти распаковываются достаточно просто. Поэтому с этим проблем не возникнет. Но здесь такие более обычные детали. Вы можете видеть блоки. Кстати, есть некоторые оттенки светло-серых деталей от Лего. Это как раз-таки старая версия этого цвета. Потому что сейчас выпускают новые блоки светло-серого цвета. Он отличается от старых. И те, кто знают это, достаточно давние поклонники Лего, скорее всего. Так, ну и здесь у нас также другие детали для этого звездолета, в принципе, логично. Я просто хочу посмотреть, чтобы я сейчас это все мыть не стал, а тут не оказалась какая-то деталь, отвечающая за лайт-функцию этого набора.
По идее, тут таких нет, да, тут просто детальки другие, не менее важные. Так, это надо отцепить, а то я скоро это, наверное, уничтожу. Так, в принципе, я думаю, что на этом все. Вот такой вот замечательный набор. Сзади коробки, ну я в обзоре, конечно, покажу. Вот такая вот она, 69, 70, 70, какое? 79. Набор UFO, Fiber Optic. Класснейший набор, будет специальный обзор. Так что посмотрим. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.